Exercice 6. Observe le plan de Paris. Complète les phrases pour écrire un message. Dis ce que tu visites d'abord. Après, Enfin. est enfant. Нет, связки нет. Enfin. Enfant. Oui. Ну, тут так мелко написано. Я взяла уже линзу. И то не могу прочитать. Не знаю, как ты справишься. Давай, попробуй. Тут тоже не сказать, чтобы видно. И главное, что зачем такой этот самый шрифт? Дети и так не могут прочитать, а тут еще такой шрифт заумный. Неправильно. Я не согласна. Я максимум, что можно прочитать, «La Belle Paris». И все, да? Ну Да. хорошо. Так, ну, наверху, давай я так тебе по внешним признакам, там, где мельница нарисована. Ага. Le Moulin Rouge. Записывай слова. Le Moulin Rouge. Le Moulin Rouge. Да, Le Moulin с большой буквы то и то. Le Moulin Rouge. Красная мельница. Там сейчас ресторан. Огромный такой, престижный и так далее. Так, на севере, значит. Рядом с ним находится La Basilique Sacré-Cœur. La La basilique Basilique. sacré-cœur. Ты такое слышал уже, да? Что ты почувствовал таки? А как это перевести? Sacré-Cœur. Сакрайкер, ну типа священные сердце. Что-то такое. Святое сердце. Да, базилик, святое сердце. Базилика, святое сердце. Так, ну вот под ним справа я не вижу, что не могу даже прочитать. Я не знаю, что такое. А, Китайский под... ресторан. Что-что? Китайский ресторан. Может и так, не знаю. Так, хорошо, под мельницей. Пляс Пигаль. Такая самая скабрезная, самая такая там... Ну, улица красных фонарей. Тебе что-то говорит? Ну, да. Вот это и есть улица красных фонарей. Пляс Пигаль. Дальше. С левой стороны. Шанс-Элизе, да? Ляр де Триомф. Шанс делезе. Шанс-Элизе. Елисейские поля написано, но где тут это самое? Там должна упираться Шанс-Элизе в эту в триумфальную арку. Но я не могу, не вижу как-то, чтобы оно туда. Но триумфальную арку видишь? Конечно, бачу. Замечательно, очень хорошо. Писать не будем. Ляр де Триомф. Так, дальше. Левее. Ой, ну я не знаю, что это такое. А, площадь Трокадеро. Вот такая эта площадь, ну тут вот такая беленькая она. Трокадеро. Ну-ка. Красиво. Трокадеро. Легко и просто сказал. Когда мы поступали в институт, нас, девочки старшие, ну-ка скажите, как вы можете произнести такое слово «трокадеро»? Ну, кто мог, кто нет. А еще они спрашивали, может, я тебе говорила уже, спрашивали, можем ли мы произнести такое слово «секешфехербар»? Это Якшен. венгерский город. Секешфехербар. Секешвехебар. Бар. Секешфехербар. Секешвехебар. Да, секешфехербар. Все, годишься ты на факультет иностранных языков. Они нас так проверяли. Ну хорошо.
Площадь Трокадеро. Под ней Пале де Шайо. Запиши, тоже выражай это самое. Пале де Шайо. Шайо, да. Это там Пале де Шайо, там эти дворец и Пале де Жюстис. Как это? Юриспруденции правосудия. Так, там находится. Пале де Шайо. Такой красивый комплекс, два здания, очень впечатляющие. Слева еще Буа де Булонь. Булонский лес. Булонь. Буа де Булонь. Булонь. Булонский лес. Там, значит, Булонский лес, там, если ты какой-то помнишь про трех мушкетеров, то там они часто зависали. Булонский лес связан с этим. Нет, не помнишь? Не тоже помню. Ну ладно, это не важно. Ну, триумфальная арка, это понятно. Посередине. Ага. Ну, я не вижу. Допера, по-моему. Пляс де л'Опера. Или нет? Что там написано? Нет? Посередине. Не знаю. Я тоже не могу сказать тебе. Ну, по идее. Ладно. Рядом на острове Сите. На реке Сене находится Нотр-Дам-де-Пари. Нашел? Это я бачу. А над ним этот самый Мюзе Лувр. Ага, Лувр. Да. Сикстинская. Нет, это не Сикстинская, а это кто? Мона Лиза. Картина, да? Да? Хорошо. Рядом с Нотр-Дам площадь Бастилии. Ну, тут от Бастилии самой остался, когда ее разрушили? По истории не помнишь? Не. Когда была французская революция, 1793 год. 793. Ага. Угу. Осталось, ее разрушили, осталась только Вандомская колонна. Лобелиск, нет, или это Люксор? Ну, тут не видно особенно. По-моему, это Вандомская колонна. Хорошо, рядом находится Пер-Лашез. Ну, вот даже не подписали. Ля Семитье, Пер-Лашез. Кладбище Пер-Лашез, где похоронены самые, ну, очень много знаменитостей французских. Пишем «Ля Симитье Пер-Лашез». «Ля Симитье Пер-Лашез». Да, Пер-Лашез. «Ля Симитье». «Симитье». Я думаю, ты без ошибок напишешь. Отлично, все. Пер, как папа, Пер-Лашез. Только за главной буквы. Ля Семитье, Пер-Лашез, так и переводишь. Кладбище Пер-Лашез, где похоронены знаменитости. Так, ну и внизу что там? Внизу, а вверху это Монмартр. Ну, Монмартр тебе известное название, да? Да. Нет? Монмартр. Что-то слышал. Просто чува. Да. О, это, ну, там высокая точка Парижа. И с него, с Монмартр, это там такое есть бордю, не, как это сказать-то, парапет. И вот с этого парапета виден весь Париж.
Хорошо, там то самое. И там находятся, и были всегда художники, которые, это такой артистический уголок, где художники сидят на улицах, рисуют, продают эти тут же рисунки свои карандашом или красками. Ну так. Ага. Но это не только, но во всех городах, ведь, наверное, и в Киеве такие есть места. В Москве Может, я я не точно. знаю. Ну, я видела точно. Так, ну хорошо, ладно. И что еще там внизу? Монпарнас. Это тоже район Парижа. А тут я не могу прочитать, да и все. И ничего тебе не скажу. Так, салют. Предположим, ты пишешь уже месседж. Предположим, салют. Nous étions Paris aujourd'hui. Да. Так, sommes visités. Ой, извини, кто-то там пришел. Значит, в этом задании было сказано, что ты хочешь сначала, потом и наконец, да? Ага. D'abord, après, enfin. То есть вставляем слова нужные. Окей. Так, nous étions Paris aujourd'hui. Так. Тут на месте трех точек надо поставить шоп. Типа достопримечательность. Все, Нет, на. сначала. Да. Есть сначала. Добро. Да. Nous avons visité Moulin Rouge, Le moulin rouge, le oui. Moulin Rouge. Так. Это надо во-вторых, чи потом? Как хочешь. Alors nous allons Нет, voir. après. Oh, точно. Après, nous allons voir. Что можно? Le Ну, рядом. Champs-Élysées. Да, ну хорошо, Les Champs-Élysées, bon. Так. Après, nous allons visiter Notre-Dame de Paris. Naturellement, obligatoirement, oui. Ton copain. Ton copain, Eugène. Eugène. Bon. Exercice 7. Exercice 7. Autodicté. Да. То есть это автодиктант, да, сам себе диктуешь и сам себе пишешь. Интересно. Ну давай, ты прочитай, а потом я буду диктовать, а ты писать. Много ли ты сделаешь ошибок? Ну За чего, что? нормально. Давай. J'adore ma ville natale, Paris. C'est la plus belle ville du monde. Paris est la capitale de la France. J'ai visité Paris avec mes parents. D'abord, nous allons voir l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées. Après, nous allons vers la tour Eiffel pour remonter. Monter pour y monter. Pour remonter. Enfin, nous rentrons à la maison fatigués, Bien. Fatigué. mais contents. Mais content. Oui. Так, Oui. все. Давай попробуем. Сколько ты сделаешь? А может, ты ни одной не сделаешь ошибки? Уже не Кто знает. знаю. Нормально напишешь, все. Es-tu Текст. prêt?
Je prêt. Je suis. Je suis prêt. Je suis prêt. Так. J'adore ma ville natale. Paris. C'est la plus belle ville du monde. Du monde. Paris est la capitale de la France. Après la capitale de la France. J'aime visiter Paris avec mes parents. Je visitais Paris avec mes parents. Avec mes parents. D'abord, nous allons voir l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées. D'abord, nous allons voir. Nous allons vous voir. L'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées. Et les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées. Après, nous allons vers la Tour Eiffel pour y monter. Après, nous allons vers la Tour Eiffel. Après, je retombe plus après. Nous allons vers. Nous allons. Nous allons vers la Tour Eiffel. Vers la Tour Eiffel. Pour y monter. Pour y monter. Enfin, nous rentrons à la maison fatigués. Mécontent. Enfin, nous rentrons à la maison. Nous rentrons à la maison. Fatigués, mécontents. Fatigués, mais content. Oui. C'est tout? C'est tout. Bon. Est-ce qu'il y a beaucoup de fautes? Так. Проверяем. Ну, пришли мне, я посмотрю. Сейчас пришлю. Just can do it.
Есть. Там ушей бог. Понятно. Не-не-не. У тебя хороший почерк, понятный. J'adore ma ville natale, Paris. Там две Л. Да, конечно. Я вижу. С. Тут ошибка, смотри, какая. Ну да. С la plus belle. Две Л, да, ville. Ага. Du monde. Paris est la capitale en конце. Capitale de la France. Ага. Так. J'aime visiter ER. Ошибка. Ты написал визит? Да. Visiteur. Да, visiteur. Paris avec mes parents. S на конце что, зачеркнул, что ли? Случайно зачеркнул. Ну ладно. Добор апостроф нету. Так. Добор. Апостроф поставил? Да. Так. Ну. Залон дверь. Дверь. Ну, вуар ну, вообще. Вуар, да. Тоже. Тут уже... Ладно, давай исправляй и запоминай, как пишется. Да, voilà. Тоже лак. Апостроф из А с большой буквы, да? Да. Триумф. Так, триумф. Триумф. Да. Триумф и Э на конце. Ага. Так. Э. Это. Ле. Ле. Я ж тебе говорила ле. Ле. А ты написал лё. Я еще раз повторила. Лё. Ой, ле, шон. Поля, множественное число. Шам. С на конце. Да. И Элисе с великой. И да, и там Элизе и акцент игу видишь где? Бачу. Угу. Так. Après, nous allons, тут правильно написал. Vers la tour Eiffel. Две буквы F. Угу. Так, Eiffel. Pour y monter. Monter. Ага. Так. Enfin, вообще там чуть-чуть. А что? Там. А, с мест... большой, но. Место ИА стоит. Ага. Enfin. Enfin. Ну. Ну, рантрон вообще капец. Да. Его переписать. Да, давай. Антон. А ля мезон, правильно? Написал фатиг. А надо фатиге. Фатиге. Множественное число. Так, и мэ чуть-чуть не так. Ага. Мэ контан. А тут правильно множественное число поставил. Ну ничего. Не все потеряно. Хорошо. Ну, что ты себе поставишь? Не знаю. Ну, ну, семерку можно поставить вполне. А ты думал, десятка? Конечно, 12 баллов минимум. 12 баллов, да. Не похоже. Так, ладно, все. Текст. На следующей странице. Но это интересно тоже более-менее. А, текст. Угу. Ага, читать. Répond aux questions. Répond aux questions, oui. Paris. À cœur de Paris, il y a...
Хорошо. Льтле. Як? Не спи. Это буква И. Ну. Так. Итль. Ну, где тут Т вообще нету? Ну, Лили. Там зака буква. Лиль. И аксан циркумфлекс. Лиль. Лиль. Лиль доля сите. Так, пиши это слово. Лиль доля сите. Это достопримечательность Парижа. Лиль доля сите. Остров сите. Лиль доля сите. Лиль доля сите. Остров сите. Так. Ну все, предложение переводи. Так. Но куда Пари? В самом сердце Парижа. Так. Находится остров Сите. Так, да. Чем он еще, кроме того, что там Нотр-Дам находится, чем он еще характерен? Помнишь, я говорила? Там помню, находится латинский квартал. А чем латинский квартал характерен, знаменит? Латинский, латынь. Точно, латиноамериканцев. Ой, да. То, что латиноамериканцев, это да. Латинский квартал, то есть там учились латынь. И учатся латынь студенты, да. И там находится Сорбонна. Сорбонна. Да. Ла Сорбон это... Что такое Ла Сорбон? Уф, Ла Сорбон. Угу. Я не знаю, что это. Записываем Ла Сорбон. Двен. Ла Сорбон. L'Université de Paris. Можно еще написать L'Ancienne. Ну да, правильно. L'Ancienne. Ancienne. То есть старинный. L'Ancienne. Ага. L'Ancienne. C'est L'Ancienne. C'est ABC. L'Ancienne. Université с большой буквы «De Paris». «Université de Paris». Ага, так, поехали дальше. «C'est là». «C'est là que la ville de Paris est née il y a plus de 2000 ans». Так. Так. «C'est là». Что «c'est là»? Ну, это... Ходи. No. Mm-hmm. Так. C'est là que la ville de Paris est née. Именно là. Именно здесь? Да. Так. В городе Париж. В городе Парижа. Не, la ville de Paris est née. Qu'est-ce que c'est née? Est née. Назад. Родил. А, точно. Родился город Париж. Город Париж, да. Илья Плюда 2000 лет назад. Да, 2000 лет назад. Так, ты забыл глагол нетер? Родиться? Или не? Записываем. Нет. Он родился. Родиться. Да. Je suis né. Про себя скажешь. Quand es-tu né? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je ne sais pas. Je ne suis né pas, да? Je ne suis né pas. Ну, алло. Так. Ну, надо все-таки написать «Je suis né». Я родился. Написал? Je suis né. Да. Так. Rue de la Cité.
Под la cathédrale plus connue de toute la France, Notre-Dame, construite en... Ouf. C'est типа 13 сотен 30. Трес сант транс. Treize cent trente. Трес сант транс. Oui. Traduit. Да. На острове Сите находится самый известный Собор. собор во Франции. Самый известный собор во всей Франции. Правильно, правильно. Так. Нотр-Дам-де-Пари. Построенный в 1330 году. Да, он там строился, не знамо сколько. Так, ну ладно, дальше. Лувр это пале де роа де Франс. Так. Так. Лувр был Ле пале дворец, пишем. Ле пале дворец. Ле пале де роа дворец королей. Ле пале де роа. А, был дворцом королей во Франции. Да. Да. Лувр. А то он тоже на берегу Сены находится. Вот я читала хроники Генриха IV, и там Карл, о, нет, не Карл, Шарль Неф. Да не, Деголь. Деголь — это современная история, короли. Так там тоже какая, и вот Мария Медичи, королева, и там какие были эти жестокие разборки, как там эти гугеноты с этими, с католиками воевали, как в одну ночь Варфоломеевская ночь вырезали всех гугенотов и сбрасывали в этот в Сену. Кошмар, конечно. Всю жизнь воюют, воюют и будут воевать. Видимо, так. Okay. Да. Да. C'est un des plus grands musées du monde. Сегодня это один из крупнейших музеев мира. Да. Vous pouvez admirer. Так. Вин сан миль. Нет, четыре. Катр сан миль. А, катр сан миль. Ле табло – картина. Un табло – множественное число x на конце. Un табло – картина. Un табло – картина. Адмиры. Да. Адмире – восхищаться, любоваться. Адмире. Так. Vous pouvez admirer 400 000 tableaux. Вы можете восхищаться 400 000 картинами. Да, ну, кроме картин еще что есть? Статуи? Так, статуи. И другие произведения искусства. Да. Autre objet d'art. Autre objet d'art. Так, запиши.
Un objet d'art, произведение искусства. Статуи. Там находится при входе, там немножко как в подвальное помещение, Ника Самофракийская, богиня победы. Это такая, может, вас по истории или где-то там по изобразительному искусству показывали эту статую. Такая женщина с крыльями, богиня победы. Не было такого? Не, может, и было. Я на образотворчем уже слухав. Ах ты какой! Ну ладно. Дальше. Хотя, зачем это ты не слушал образотворчее мистецтво? Треба, чтобы быть развитым во всех отношениях. Ну, ты исправишься. Может быть, да? Може, образотворчего просто уже немає в 10-му у нас. Ну, может, ну, у параллельного класса є, конечно, у нас нема. Почему? Почему? Я не знаю. А никто эти, как это называется, гуманитарии, да? Ну, наверное, у них там биологические науки. Биология. Сейчас, ну, профиль такий. А говорят, знаешь, что вот сегодня мне сказала женщина, что будут объединять, будет предмет естественной науки, которые будут объединять химия, физика и биология, и будет один преподаватель вести. Представь себе. Вот уже научит, да? Може, но у нас в школе немає вот такого преподавателя, який знає біологію, хімію, фізику. Да, мне кажется, ни в одной школе такого нет еще. Не подготовлены такие специалисты. А вот на Западе в этих в школах, да, именно так и называется. Естественные науки. Ну ладно, дальше. У Лувра Илья плюс де Саль. Типа 200 залов, чи як то так? Да. Более 200 залов. А, более 200 залов в Лувре. Да. Так. La Tour Eiffel est la tour le plus haute. Нет, связки нет. La plus haute. Так, от. Так. 320. 320 метров. Или два этажа. А вот тут связка есть. И на два этажа. Ой. Тут ли турист и монт. И монт. И монт. Avec l'ascenseur. На лифте. Avec l'ascenseur. Avec l'ascenseur. Тут нет слова l'ascenseur. Elle апостроф A S C E N A S E N S E U R. L'ascenseur. L'ascenseur. Лифт. Лифт. Ну тут нет этого слова, я тебе просто сказала. Ну так, еще у нас есть. Да. 5 минут. Давай. Переводить, читать. Да не, дальше читай. Так, Наполеон fait construire l'Arc de Triomphe à la gloire de Des armées françaises. Так, une armée, армия. Армия.
Аля глюар в честь во славу. Аля глюар пишем. Аля глюар. Аля глюар в честь во славу. Une armée. Армия. Во славу французской армии. Французских армий, множественное число. Во славу французских армий. Да. Во славу французских побед, там у него же он в честь побед ставил. Ну ладно, это на совести этого автора. Дальше поехали. Так, он помонтал. Нет. Он помонте. А вот слово. Он. Un peu. Нет. Un peu monté en следующее слово. Un ascenseur. Так. Прочитай правильно. A. Ascenseur. Ascenseur, да. Вот только что написал. Ты так его написал? Un ascenseur. Нет. Ну, исправляй. L'ascenseur. On peut monter à l'ascenseur sur la plateforme. Sur la plateforme. De ce monument. Я поверить не могу. Да, монумент, все правильно. Она высотой 150 метров. Поверить не могу. Тот триумфанат? Да. Ну да. Капец. Ну ничего себе, ладно. Меньше Эйфелевой башни. Да, в половину, можно сказать. Так, Женя, все, у меня еще занятие еще. Так, ДЗ какое? ДЗ. Давай. Учить текст Париж. Рассказывать про Париж. Надо текст. Говорить, надо говорить, Женя. Текст Париж. Да, 141. 141 страница. Okay. Угу. Ну все, c'est tout. Au revoir. Типа bon courage. Да. Bon courage. Ку-ку, да. Bon courage, пока.